Всем привет! С вами подкаст Moscow Never Sleeps от Московского политеха. И сегодня мы хотим вам рассказать про такое атмосферное место, где люди могут позволить себе учиться, работать или просто наслаждаться прослушиванием любимой музыки или просмотром сериалов. Очень атмосферное место, давайте мы вам его покажем. Удивительно, но такое место есть и в Москве на метро Преображенская площадь. С 11 утра до 22 вечера тебе открыта огромная библиотека с несколькими залами. Хочется почитать Достоевского? Тебе в зал русской литературы. Хочется отвлечься и почитать любимую мангу или комикс? Пожалуйста, дорога в зал зарубежной литературы. Кстати, все это по читательскому билету можно взять себе на 2 месяца. Но это так, к слову. Надоело учиться и желаешь просто отдохнуть по треке любимой группы? В музыкальном подвале всем желающим доступна целая библиотека виниловых пластинок, а также гитары, пианино, скрипки, чего здесь только нет. А если проголодался и не хочется никуда идти, то буквально пара шагов отделяет тебя от вкусного кофе со сливками. Здесь также есть рабочие места с компьютерами и зарядками. Не нравится стол? Присаживайся на мягкий пуфик и наслаждайся любимым делом. Также можешь заглянуть в музей электронной книги. Постоянная экспозиция музея охватывает многовековую эволюцию носителей информации и знания с древнейших времен до нынешнего века высоких технологий. Ну что, понравилось? Тогда встретимся здесь. Только будьте тише, все-таки библиотека.